Первые признаки чесотки – зуд и высыпание. Провоцируют эти явления чесоточный клещ, который селится под слоем кожи человека и активно там размножается. Его жизнедеятельность и провоцирует защитную реакцию организма. Жизненный цикл клеща на коже человека имеет определенные симптомы, которые характерны как раз для чесотки. Основными симптомами является кожный зуд, который усиливается в вечернее и ночное время, и высыпание на коже, которое локализуется практически по всему кожному покрову и характеризуется появлением мелких красных узелков, которые больные расчесывают, и на месте высыпания появляются расчесы. Чесотка обычно ассоциируется с нечистоплотностью, неустроенным бытом и стихийными бедствиями. Но специалисты считают это мнение ошибочным. Заболевание может поражать людей, живущих в самых благополучных бытовых условиях. Все дело в высокой контагиозности, то есть заразности. Чесоточный клещ быстро передается от человека к человеку, а поэтому меры профилактики, к слову, не самые сложные. Сложное необходимо знать и соблюдать. Во-первых, не пользоваться чужой одеждой, постельными принадлежностями, предметами личной гигиены, такими как мочалки, полотенца. Не стоит забывать про банальные правила личной гигиены, то есть при посещении общественных мест, при возвращении, при пользовании общественным транспортом, при возвращении домой следует вымыть руки с мылом. Если не обратиться к врачу своевременно, заболевание может осложниться экзематацией с ярко выраженным воспалением, гнойниками, усилением зуда и повышением температуры. Справиться с такой формой значительно сложнее, а потому при проявлении первых симптомов чесотки не стоит заниматься самолечением. Помощь квалифицированного специалиста в данной ситуации будет как нельзя кстати.